толпа студентов, как ураган, пронеслась по Красной. Шутка ли? 5000 человек, и все, по традиции, громко скандировали названия своих учебных заведений и заранее отрепетированные кричалки. А некоторые даже песни пели. Мы верим гордо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Колонну каждого учебного заведения, как всегда, возглавляла ростовая кукла в виде главного символа праздника. А еще студентов сопровождали так называемые платформы. Это автомобили, которые вузы и СУЗы украсили по-своему, демонстрируя достижения и возможности. Трактор аграрного университета занял второе место, а первое досталось экономическому университету имени Плеханова. Прохожие фотографировали шумную толпу, кто посмелее, приветствовали криками, а уличные артисты встречали колонну музыкой. У нынешних первокурсников планы на жизнь амбициозные. Практически каждый уверен, что сможет как минимум занять высокий пост или в идеале организовать свое дело. Конечно, если не будет спать на лекциях. Я хочу достичь огромных высот, чтобы мои близкие могли мною гордиться. Прежде всего, хорошо учиться, заниматься. Это все-таки то, ради чего я сюда приехал. И быть успешным человеком. Я буду отличной студенткой. Хочу добиться всего-всего в жизни, чего мне дает вуз. Хочу открыть свое предприятие. Учиться и еще раз учиться. Студенты поклялись на театральной площади. И впервые клятву быть строгими, но справедливыми дали ректоры. Сделаем из ваших недостатков достоинства. Из хороших первокурсников превратим вас в самых лучших студентов. И в этом мы вам тоже клянемся. Ректоры пообещали поделиться знаниями, как сделать Кубань богаче, красивее и конкурентоспособнее. Совет чайникам дал и губернатор Александр Ткачев в своем видеообращении. Главное, не бойтесь мечтать, ведь чем выше вы поставите планку, тем большего добьетесь. Все успехи нашего края тому доказательство. Вы на самом деле счастливчики, и ваша самостоятельная жизнь начинается в особенный для страны, для края период. Это Олимпиада и возвращение Крыма, глобальные политические экономические перемены в мире. Буквально на наших глазах начинается новая история России, новая история Кубани. Продолжить эту историю так, чтобы ею гордились потомки, задача новой армии. Нет, уже не чайников, полноценных студентов. Для первокурсников этот праздник – финальная точка их прошлой школьной жизни и яркое начало новой студенческой, взрослой и самостоятельной. Майя Губалик, Черепок, Кубань 24.